Московский городской педагогический университет представляет программу магистратуры «Русский язык в поликультурной школе». Актуальность ее очевидна. Более 90% классов в Москве сейчас с поликультурным наполнением, и миграционный процесс, который происходит сейчас во всем мире, поставили перед учителями новую задачу – задачу обучения в условиях многоязычия. В первом семестре наши магистранты обучаются на общих модулях – организационно-управленческом и методологическом. Со второго семестра специализированное обучение на модулях филологический, язык и межкультурной коммуникации и теории и практика преподавания русского языка как неродного. Первые два модуля филологический, язык и межкультурной коммуникации в основе своей имеют такой предмет, как лингвокультурология, который помогает развивать интеллектуальный и культурный фон обучающихся, знакомит с традициями, бытом и менталитетом того или иного народа и показывает, как эти особенности накладывают отпечаток на языке. Второй модуль теории и практика преподавания русского языка как неродного посвящен методическим аспектам изучения русского языка как неродного, и в этом семестре привлекаются опытные педагоги и учителя, которые уже столкнулись с этой проблемой, и получают сведения методические по приемам, формам, методам работы в многоязычном классе. В нашей магистратуре обучение всегда диалог, всегда поиск совместных решений преподавателей и магистрантов, всегда творчество. Мы ждем тех, кто закончил бакалавриат в этом году, учителей, заинтересованных в решении данной проблемы, и всех, кто хотел бы узнать свой творческий интеллектуальный потенциал. Хорошая новость. На нашей программе есть бюджетные места. Прием документов начинается с 1 июня этого года. Все подробности вы можете узнать на сайте Московского городского педагогического университета. Ждем вас на нашей программе «Русский язык в поликультурной школе».